обзор украинской сковородки. А это значит про кастрюлю. Видите, у Татьяны Павловны какой точный инструмент? А вы знаете, Татьяна Павловна, как это называется? Штангенциркуль. А мерить можете? Можем. Поэтому Татьяна Павловна от этих слов... Ну что ты? Показала. Подтвердит эти слова и будет сегодня мерить... Все кастрюли. Толщину стенок всех кастрюль, которые будем обозревать. Так. Я пробежался немножко перед обзором, померив, и Татьяна Павловна не верит этим цифрам. Почему так тоненько говорит? Давайте покажем теперь всем, почему это так тоненько. Короче, мы так не договаривались, меня обманули. А, друзья, рада приветствовать вас на канале про IKEA. С вами неугомонные просьбы. Ой, тут музыка, давай, может, подвинуть куда-нибудь. Ну, давай. Он тут очень весело поет. Я боюсь забанить нас эту музыку. Друзья, рада приветствовать вас на канале про IKEA. С вами неугомонные просины. Все правильно, муж по совместительству оператор сказал, что у меня в руках штангенциркуль. И сейчас мы будем мерить все не сковороды, а это кастрюль. Почему? Будем толщины мерить, а такого еще не было никогда. Мы постепенно будем теперь, наверное, обзаводиться измеряющим инструментом, наверное. Как к ревизору будем ходить и... Пыль я уже протирала. Проверял. Шупать, мерить. Сейчас мы будем показывать все кастрюли и сюда же добавим ковшики. Кастрюль, на самом деле, наконец-то в IKEA стало достаточное количество. На протяжении долгого времени мы все с вами мучились, что кастрюли... Он в масле машинным. Ну что же за человек такой, а? Честно. А на протяжении долгого времени в IKEA, на самом деле, не было выбора кастрюли. Можно шок-контент? Нет. Пошли. Блин, тут музыка, лучше ко мне подойдите. Да, вот, вот тут вот начнем. Штангенциркуль принеси, возьми. Кастрюля Вардаген. Кастрюля с крышкой, 3 литра, эмалированная сталь. О, давай крышку мерить. Потому что она, чувствую, одинаково будет по толщине. Так, край, так только краешек зацепи. Почти так. Так, мы с тобой, походу, сейчас будем мерить. Что-то много. Почему? Она толстенькая. Так, держи крышку. Мне не понравилось. Мерить будет. 3 миллиметра, Дима сказал много, пошел перемерять. Ну да, моргнул глазам не верю, как обычно. Итого у нас получается 2 миллиметра. А у меня 3. Ну вот видишь. Короче, 2 либо 3 миллиметра. Вардаген, кастрюля, темно-синий цвет, толщина 2 миллиметра. Я сейчас кого-то стукну. Объем 3 литра, цвет темно-синий, эмалированная. А за счет эмали, мне кажется, миллиметр ты прибавился. Так-то нам, походу, толщина металла миллиметр, и с двух сторон эмаль как раз, да. Скорее всего. Чувствую я так, да. Так 5 лет гарантии на данную серию. Здесь у нас эмалированная сталь, 5 литров кастрюля с крышкой. Смотрите, можно использовать буквально везде. Кстати, эту кастрюлю... Даже можно, как начинать горшок. Когда ты старенький будешь, я тебе куплю такую кастрюлю. Да мало, это будет. Соседи затопишь. Ну, два миллиметра. Одинаковые. Ну, у меня вот почему-то 3. Вот смотри. Вот, смотри сам. 2. 0,1. 2. 2 миллиметра у тебя. Короче, я тормоз. Меня сегодня нельзя на съемки было пускать. Ты их показывай. Давай зелененькую тащи. Костру. Очень нежно красивого зеленого цвета. Здесь ручки у нас, пупусечка и сами ручки из массива каучукового дерева. Все покрыто маслом, тоже эмалированное. А, можно померить. Дима сразу в стойку встал. Не, ну я смотрю, везде закругленная часть идет. 1,5 миллиметра. Не полтора. 1,5. Эх, мы сегодня подеремся. Давай считайте, давайте мне считать. Кто умеет по штангенциркулю циркулю десятые сотки считать? Ну, где-то 1,3. Дай посмотрим. Давайте вместе посмотрим, что у нас.
Так, 1 миллиметр и 34 соток. Он на строительном факультете учился, поэтому такой умный. Так, кастрюлька 1500. Сейчас переходим. Я причем строительный и штангенциркуль. Учили пользоваться штангенциркулем? Не, ну я нет, я вообще в школе изучали. Со штангенциркулем? А что нет, у нас учитель продвинутый был? Да, у нас нет. 2403 литра. И без труды для мальчиков. У девочек на трудах? Это вам не борщи варить в школе. Где нашли такого болтливого оператора? Да, я перепроверю. А, кстати, смотрите, уже вот скол. Да, на эмали это нормально. Это нормально? Вот, смотрите, люди. Ну, так же 2 миллиметра, как и в Ордоген. То же самое. А там у нас был 1,34 ковшика. Они одинаковые по логике вещей должны быть. Странный момент. Поэтому, я думаю, ты ошибаешься. Ну, как я ошибаюсь? Давайте еще раз проверим. А ты, кстати, аккуратно, здесь в одном месте пупулечка есть, которая выступом. Угу. Ну, я находила пупулечку. Ой, слушай, нет, болтать легче, чем снимать. 2 миллиметра. А ковшик 1,34. Прикиньте, вам Димка про кастрюльки рассказывает. Молча. Дим, повара в эмалированных кастрюльках на кухне готовят. Капусту только квасит. Почему? Так же 2 миллиметра. Ты же 1,34 сначала намерил, сам же. Я намерил. Ты намерил? Не знаю. Ну, сейчас вот, не, ну, за счет, мне кажется, эмали, она прыгает. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну да, за счет эмали прыгает. Ну, вот, смотри, вот сейчас я вот нащупал, вот, без обмана. Подожди, я так быстро не умею. Я только не знаю, сфокусировано или нет. А в другой части, ну, тут сложно, это, за счет потому эмали. Потому что, смотри, на эмали есть местами выступы. Где-то потолщик, где-то потолщик. Ну, я чувствую, миллиметровый толщина. Так, все, давай меняться, потому что ты у меня без головы, рыцаря без головы получаешься. Да. Ну, короче. Металл миллиметровый, а все остальное идет у нас краска. Ты и я. Нет, теперь нам надо... Хемглад серия. Два вида. Кастрюля 3-литровая, кастрюля 5-литровая. 3 литра 1700, 5 литров 2300. У нас здесь покрытие Teflon Select, алюминий, антипригарное покрытие. Крышка с дыбочками, что вся накипь. Обратно возвращался. Да, крышечку из крышечки. Давай. По моим замерам, это самая толстая кастрюлька среди всех икейских. У меня было 3 миллиметра. Да, 3 миллиметра, все правильно. Так и есть. Дальше идем. Кого еще померить? Набор кастрюлей IKEA 365. В одном из обзоров последних новинок мы вам про них рассказывали. Они вернулись к нам в ассортимент. В принципе, пользуются популярностью, неплохо эксплуатируются. Набор стоит 3900 без рубля. В наборе кастрюли 5 литров, 3 литра и 2-литровый ковшик. Толщина стенок 0,9 миллиметра. Чуть-чуть не достает до миллиметра. Дима уже все сходил, все померил, с ним неинтересно. Вот тут она двойная, она загибается. Тут нужно померить и поделить на два. Да? Да. Почему? Потому что там край под себя загнутый. Да. Поэтому мы измеряем и делим на два. Ну вот я что намерила. Ну да, почти 2, 1,8. Да, вот как раз 0,9 миллиметра. А я что-то затянула? А так не поймешь, что это что?
Ну вдруг. Так, это 5-литрушка. Они все остальные одинаковые? Одинаковые. Все одинаковые толщины. Так, это 3-литровая особенность, значит, точно такой же выпил на крышке. Ну, у всех, у всей этой серии. Дыдочка маленькая, вот она. Они у всех, не только у этой серии, они представлены в других. Ты про что? Все крышки, мне кажется, с дырочками. Ну, давай, исходя из того, что мы сейчас видим, да? Хорошо. То есть выпил, сюда накипи ходит, по крышечке распространяется. Ну, обычно она куда-то убегает. И ковшик, ковшик тоже. Жалко, дно померить не можем, да? Путем тонких вычислений мы пришли к выводу, что дно, днище у кастрюли в районе... 11 миллиметров в районе, плюс-минус миллиметр. Ну, даже визуально видно, что 10 сантиметров. Да. Без потому что уже потихонечку на нас косятся охранники. Мы тут не особо это хотим так светиться. Чтобы со штангером. Да. А дальше серия Sensoil. Мы сами пользуемся кастрюлей 4-литровой. Я очень довольна. Мне нравится практически как мультиварка. Поэтому серия топчик. Если денег не жалко, и вы понимаете, что вы будете долго-долго пользоваться этой кастрюлей, не жалейте. А в ней еда дотамливается. Значит, ковшик у нас на 2,4 литра 2800, кастрюля 5,5 литров 4500 и кастрюля 4 литра 3000. Ну, это такое, знаете, вот самое оптимальное у нас вот такая. По моим расчетам, миллиметр ровно. Мы охранников не будем ни рубль понимать. А, значит, смотрите, здесь самая большая гарантия, 25 лет, полностью вся металлическая кастрюля, она из алюминия, нержавеющая сталь плюс алюминий. Удобная ручка, можно использовать везде. Мне понравилось то, что, допустим, рис мне получается полностью рассыпчатый, ты не сваришь, нет, рисовую кашу, если воду соблюсти, сваришь, а так, если варим рис, то он получается как мультиварка. Супы хорошо получаются у них. Да, томли такие, да? Да. Так, IKEA 365 со стеклянной крышкой. Крышка где? Вот. А ты же все крышки поснимал? Да, я мерил тут один. Крышка стеклянная. Кстати, ты говорил, все крышки. Вот, например, стеклянные крышки нету отверстия для выхода. А в середине должно быть. Все равно должен портить. Вот так. Нет? Нет. Вот, странно. Вот. Сколько толщина? Миллиметр должно быть. Дайте я померю и вам сейчас скажу. Да я же сама померю. Крышка, ну, кстати, очень тяжелая крышка, есть риск долбануть. Чуть-чуть подальше, подальше, подальше. Вот туда, с краешка, все. Все. Миллиметр. И 1/100. 1/10. 11 миллиметров. 11 миллиметров это 1 сантиметр. 1,1? Да. 1 миллиметр, а 1... А что, кастрюли кончились? Слушай, вот такую штуку надо купить дочери старшей. У нас ребенок увлекся тортико-печеньем. По нашим щекам, наверное, заметно. Поедать заставлять для водяной бани. Папа сразу так думает, а зачем оно нам надо? Может быть, нам не надо? Так, дальше IKEA 365. Помимо 10-литровой кастрюли, которую мы с вами смотрели, есть 2-литровый ковшик за 1700. И есть еще за 5600. А, это набор. Че, я туплю-то? Это набор. А где у нас кастрюля средняя? Нету, получается. Сейчас в продаже пока. Окей, вопросов больше не имею. Значит, это набор. А, думаю, что-то дорого за кастрюлю. Подожди, а вы кастрюлю? Нет, здесь сковорода, кастрюля и ковшик. Такой. Да, вот это правильно. Прям вообще универсальный набор. Я думаю, любая молодая семья спасибо вам скажет, потому что готовить удобно. Плюс, в принципе, получаем сразу все, что нужно. Ковшик, кастрюлька и сковорода. Кстати, сковорода. Толстенькая сковородочка. Это 1, 2, 3. Почти 4,5. Что, совсем толстенькая? Она и тяжеленькая. Миллиметра толщина. Вечно мои 0,5 куда-то убегают. Пошли дальше. А дальше у нас так, кастрюля с крышкой IKEA 360. Все они 9 миллиметров. Да, ой, 0,9 миллиметра. Ну, смотри, мы смотрели с тобой набор, да? Да. То же самое, просто отдельные предметы. 10 литров 2500. Мерить не будем. Да. А дальше 5 литров 1800. Вот она.
Мало того, что к нам вернулась еще серия «Анонс», она давненько уже вернулась, на самом деле это радует, ну, то есть, как бы, да, возвращаясь к таким 100. Ты мерил? Все они по 0,9 миллиметра. Эти тоже, да? Да. Это самые легкие и самая бюджетная икеевская посуда. Из минусов ручка все равно нагревается и может начать подванивать. 1400 стоит наборчик. Особенность это проявляется у газовых плит. Да. А самая бюджетная кастрюля 600 рублей. Ну, простите, когда студенты с финансами туго, лучше такую, нежели из тоненькой нержавейки, да? Здесь, по крайней мере, она... Я предполагаю, что вообще 0,8 миллиметра. И руками можно загнуть. У нас не получится ее измерить, так как конец у нее, видишь, загнут. Да. И она в круглую часть. Нет, не получится, конечно. К сожалению, надо ее пополам пилить, чтобы могли вам точные данные дать. А вот насчет распилить нам Икея ничего на обзоры не дает, поэтому, увы. И, кстати, тоже адекватный ценник, 1400, трехлитровая кастрюлька на 3 литра, Икея 365. Значит, по сериям у нас Икея 365 двух видов, с металлическими крышками, либо со стеклянными Антонс. А дальше у нас Сенсуэл, у нас Химглад и Вардаген. Ну, выбрать есть из чего. Очень а и кастрюль. Очень радует, что они добавили, наконец-то, ассортимент. Есть что выбрать. От бюджета, да. Буквально не бюджета. В том году мы страдали от этого, что Юрий не Ильич, выбрать ничего года было. Года три кастрюль не было. Да, страдали, печали уныние было. А сейчас наоборот, как я говорил по прошлому обзору, что мелочуги прибавилось, а мебель убавилась. Вот. Поэтому имейте в виду, очень надеюсь, что такой формат вам зашел. И мы будем применять всякие приблуды. Да, кстати, можно это применить еще по другим, к другим. Нет, я в Стамбуле боюсь со штангенциркулем. Да не, ну... Лучше по России, да? Я пока сейчас не знаю, что еще штангели мерить. Особо так вот. Совесть. Ну, подумаем. Твою. Там нет такого измерения, еще не придумано. У тебя ее много или мало? Очень тоненькая. У тебя ее вообще нету. Круто. Ну что, друзья, надеюсь, мы были вам полезными. Не забывайте делать стандартные вещи для Ютуба, подписываться, ставить лайк. Как обещали, обзор необычный, интересный. Надеюсь, были вам полезны. А почему решили сделать такой формат? Потому что по прошлому обзору, когда мы снимали давно-давно-давно по все просили данной толщину. Тематике обзор, да, все просили, а какая толщина, какая толщина? Но надо то же самое повторить будет со сковородками. Все требовали также, да, сковороды также надо будет все измерить. Ну пусть хоть немножко обновят, что ли, пополнят. Мы недавно все их снимали. Вот это дело. Ну видишь, у нас как фишка, у нас теперь есть измерительный инструмент, почти точный. Почти точно. Так, ладно, хватит болтать, пошли снимать дальше. Да, все. А с каналом прощаемся. Пока. Комментарий, лайк, подписка. Это лучшая награда от вас для нас. А еще репост. Делитесь информацией в соцсетях, это полезно всем и вам, и нам, как продвижению канала. Все, до скорых встреч вам.